Веселые праздники в 8-м микрорайоне отнюдь не редкость. Игровая программа специально к Пасхе собрала во дворе дома номер 11 почти сотню ребятишек со всей округи. Спасибо Сергею Валерьевичу за то, что он за наш микрорайон переживает. Он делает, в прошлом году он нам сделал для детей теннисные столы. Постоянно он проводит здесь у нас праздники детям. Местная ребятня праздники, организованные депутатом Сергеем Шарковым, любит и ни за что не пропускает. Ведь кроме как поиграть в теннис, во дворе детям развлечься нечем. Старым каруселям и турникам давно за 30. Их пора отправить на заслуженный отдых. Благоустроить двор может помочь программа «Единой России». Чтобы добиться финансирования, Сергей Шарков и организовал собрание жителей на территории своего округа. Так как у нас жители, скажем так, не очень активные, депутатам приходится много работать. И Сергей Валерьевич Шарков активно включился в эту программу благоустройства дворов. Помог жителям, ну, то есть подключил своих помощников сам, чтобы правильно составить документы, подготовить, собрать жителей, провести собрание. По программе партии «Единая Россия» «Наш двор» Ангарску выделено 80 миллионов рублей. Ремонт и асфальтирование дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек и урн, а также детских и спортивных площадок, автомобильных парковок и клумб. От активности людей, а в первую очередь депутатов, которые представляют жителей в органах власти, зависит, как мы будем жить – в сером и унылом городе, полном мусора или в чистом и благоустроенном. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.